трагедии в Одесском доме профсоюзов, жестокая расправа украинских радикалов над сторонниками антимайдана. Есть удар по населенным пунктам ЛНР за неполных 2 часа и свыше 3 снаряда 7 каждый день наши военные Дагестана, президент звания Героя России. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Частичка героев есть в каждом из нас. Звездою внутри греет душу теплом. И если случается недобрый час, ты помнишь, что есть в твоем сердце добро. Вечно живут в благодарных сердцах. Им покровительствует только Бог. Герои земны и в небесах. Белою птицей летит самолет. Смотри, добрые дела. Небосвод и тобой озарится. В сердце тех, кому навсегда ты помог с пути не сбиться. Ей-ей. Летят листы календарю. Идеалы вопреки истории. Вроде несложно проследить мотивы тех героев, которые в наши сердца закладывают гордость, воспитывая твердость, подвигают на рекорды. Герой военных конфликтов для сына просто папа. Грудью закрыл от пули командира, не заплакав, но уронил слезу, когда рука держала снимок, где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку. Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды, из цепких пальцев смерти вырвать нам победу. Бесценные поступки, судьбы города и страны. Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр. Неважно, молод или стар, девчонка или парень. Память героя, что в сердцах наших пылают. Для подвига найдется место, не зря же есть пословица. Героям не рождаются, героями становятся. О, для тебя, герой, скажи, на что ты сам способен. Честно, что для тебя добро. Чего же ты достоин? Героям не рождаются, героями становятся. Для тебя герой. Скажи, на что ты сам способен. И для себя реши. Ответь себе, но только честно. Кинолент. В памяти потомков есть ты и твой портрет. И на хранимой Богом русской земле знай, и ты можешь стать героем в сегодняшнем дне. Честно, что для тебя